По решению правительства Тверской области в регионе начали свою работу ряд магазинов и предприятий сферы услуг. Деятельность указанных объектов возобновляется при соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима для профилактики и противодействия распространению COVID-19. Ключевые условия соблюдения санитарных норм – отдельный вход, торговая площадь не более 400 квадратных метров. Наша съемочная группа побывала в одном из популярных магазинов одежды и обуви Твери и узнала, как они готовы к встрече с покупателями. Открытие магазина в условиях распространения коронавируса – дело ответственное. Сотрудники считают, что безопасность покупателей важнее всего, поэтому на кассе и в примерочных установили дезинфицирующие средства. В помещениях проходит санитарная обработка каждые 2 часа. Все поверхности протирают дезинфицирующим раствором. Примерка одежды и обуви у нас возможна. Есть дезинфицирующие средства. После каждого покупателя мы обрабатываем кассовые столы, дверные ручки. Работа клиента с продавцом без контактная. Сотрудники следят за тем, чтобы в магазине одновременно находилось не более 3 человек. И они соблюдали рекомендованную дистанцию в 1,5–2 метра. Мы оптимистически настроены. Весну никто не отменял. В наших магазинах большой ассортимент весенне-летней коллекции. В магазине клиентам советуют пользоваться безналичной оплатой покупок, чтобы минимизировать риск заражения. Приобретенная одежда упаковывается продавцом в перчатках и бесконтактно передается покупателю. Время работы магазина не изменилось.